65 комплектов лыжного инвентаря закупили для учеников школы имени Пырерки. Станок, палки, ботинки и лыжи фирм «Фишер» и «Киса» поступили еще в конце ноября. Инвентарь закупили на средства компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Богдан Чупров приехал в город из Чижи. Юноша учился вначале в родном селе, а потом переехал в Несь, где и полюбил лыжный спорт. Богдан участвовал во всех соревнованиях и всегда занимал призовые места. Учился с 5 по 9 класс в МСИ, там и занимался. Там у меня были свои лыжи, комплект покупал за свои деньги. Сюда приехал, тут нам лыжи как бы уже выдали хорошего качества, хорошей марки. Лыжи прекрасные, прокатился кружок, очень понравилось. Спортсменка Ольга Терентьева в родном селе занимала первые места на соревнованиях по лыжам. Любовь к спорту привил дочке отец. Ольга признается, благодаря новым лыжам будет легче готовиться к соревнованиям. Они мне очень понравились, они удобные, очень хорошее скольжение и как хорошо на них набирать скорости. Приобретение нового спортивного инвентаря для секции лыжной подготовки обусловлено специальными особенностями учащихся школы. Практически половина детей приехала из населенных пунктов округа и на время учебы проживают в пришкольном интернате. Делали заявочку, нам выделили денежки, и мы приобрели лыжи и ботиночки фирмы «Фишер». Лыжи «Фишер» и «Кису» взяли, которые более-менее современные лыжи. Они и легче, и практичнее детям. На них уже зимой. Искажения лучше у них. И детям нравится, чем вот эти моторы, которые бегают для наших детей. Раньше они тяжелые, лыжи, во-первых, и всем параметрам. А сейчас, в принципе, будем стараться готовиться к соревнованиям, к северному сиянию. Помощь в приобретении комплектов оказали нефтяники. Лыжи и другой инвентарь закупили на средства компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».